Незаконная деятельность так называемого режима, созданного в период оккупации Армении в Карабахском регионе Азербайджанской республики под названием «президентские выборы», является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской республики, норм и принципов международного права. Легитимной основой выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджанской республики являются только Конституция и законы Азербайджанской республики. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана от 9 сентября. Сепаратистский режим, созданный на азербайджанских территориях, является следствием политики агрессии и этнической чистки, которая длилась почти 30 лет. Шаги, предпринятые этим режимом, пытающимся продлить свое существование за счет военной, политической, финансовой и другой поддержки Армении, не имеют юридической силы. Указанный шаг, являясь еще одним элементом провокационной и опасной деятельности Армении, которая особенно обострилась в последнее время, является серьезным ударом по усилиям по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армян в конституционные рамки Азербайджанской республики. Проведение так называемых выборов еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и наоборот пошли по пути провокации и обострения ситуации. Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество. Положить конец посягательствам на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Конструктивно участвовать в процессе нормализации и выполнять свои международные обязательства. Армения, препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, демонстрирует грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской республики, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Азербайджанская республика будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Единственный путь для достижения мира и стабильности в регионе – это безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск вымышленного режима. Азербайджанская республика призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать верную политическую оценку действиям, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность, называемую выборами, сказано в заявлении МИД.